Здравствуйте, меня зовут Иванова Екатерина. Я являюсь координатором социального проекта «Библиотека будущего». Данный проект реализуется совместно с Центром социальных инициатив «Хаб Одесса» на базе Одесского общества слепых УТОС, а именно библиотеки для незрячих. «Библиотека будущего» призван донести книгу к читателю, сделать ее более легкой к прочтению, популярной и доступной. Данный проект был реализован в несколько этапов. Так, в 2012 году мы запустили проект, оборудовав библиотечное место, сделав его комфортным для работы. Следующим этапом была закупка и раздача устройств для прослушивания. Это колонки и флеш-накопители. Вместе с раздачей этих колонок и флеш-накопителей мы запустили еще одну инициативу по сбору дополнительных флеш-накопителей для обменного фонда, так как читателям постоянно нужно заказывать новые книги, что улучшает процесс обмена и прочтения. Сегодня на данном этапе мы получили около 100 флеш-накопителей. Эти флешки мы собираем как от жителей Одессы и Украины, так и от юридических лиц. Огромное спасибо хотим выразить от имени наших активных участников компании DataArt. Эти люди, эта компания, их сотрудники предоставили нам 50 флешек, которые уже сегодня используют наши зрячие читатели.